ресурсному центру «Быть». Депутат Госдумы Александр Петров встретился с представителями регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. В ходе беседы стороны обсудили помещение под новую соцорганизацию для детей и молодежи. По словам парламентария, оптимальный вариант в городе имеется. Первый этаж, возможность установки конструкций для инвалидов и большая площадь позволят создать комфортные условия для сотрудников, родителей и детей. Нам, в принципе, наверное, если мы договоримся, то мы сможем создать там вот какая-то часть будет для организационной работы, какая-то часть для конкретной работы с теми, кто придет, какая-то часть работы для деток. Кроме создания центра, представительницы общественной организации обратились к депутату с просьбами о решении проблем детей-инвалидов. В большинстве своем мамы жаловались на неудовлетворительную работу медиков. Все эти вопросы Александр Петров взял под личный контроль. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.